все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Время неумолимо, быстро редеют ряды фронтовиков, но память нетленна. Величественный подвиг нашего народа навечно останется в памяти миллионов людей. И акция, в которой мы сегодня принимаем участие, тому подтверждение. Акция призвана сохранить в памяти каждого, кто боролся за освобождение нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. И не случайно, ребята, эта акция начинается в нашем музее. Не просто не случайно, а глубоко символично. Потому что именно здесь собраны рассказы, сочинения учителей, детей, выпускников, а наших родных, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту Родины. И мы гордимся ими. И мы благодарны им за то, что у нас есть настоящий пример настоящего мужества, героизма, подвига. И есть память, переданная нашему и молодому поколению. Пока жива память, жизнь продолжается. Победа – маленькое слово,
Но сколько боли, слез и сил, геройства, мужества большого Алтай Победы уносил. Тыл, слившись с фронтом воедино, ковал победе грозный меч. И труд подвластный исполину был долей женских, детских плеч. Уж много минуло, но надо всем запомнить прок. От Ленинграда, Сталинграда войны губительный урок. Прошли идут и будут годы, но в памяти людской вовек жить будет символом свободы простой российский человек. Слава героям, живущим и павшим, родину отстоявшим. Объявляется минута молчания. Участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут, бессмертие представленных награде. В поблекших снимках разных лет видна война, эпоха лихолетия. Грудь в орденах за множество побед, за мир в стране, за многие столетия. По площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские дзоты. Победный гром салютов в вашу честь. Бессмертны в памяти людской остались. Святой было фашистам ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою и уходили в вечность до срока. Началась 2 года назад в Томске. Теперь идет по всей стране. И, думаю, она будет идти и в последующие годы. Пока жив хоть один человек на земле, в памяти нашей останутся навсегда герои всех былых событий. И уж, конечно, этой битвы самый тяжелый на данный момент в мире, и пусть она не повторится никогда. Мы проводим полк в музей, где каждый из них имеет свое место на нашем месте. Спасибо вам! Спасибо всем!